Добро пожаловать на сайт нашего сервиса. Недавно мы полностью обновили панель статистики, и сегодня я расскажу вам о тех нововведениях, что были добавлены. Для примера мы будем все делать на нашем домене для тестов Smooter 6. Давайте откроем. Вот что у нас здесь расположено. В хедере ссылка на наш сайт и ссылка на открытие чата с саппортом. Дальше идет график с данными по всем доменам на вашем аккаунте. В данный момент привязан к этому API-ключу только один домен, поэтому здесь он только отображается. Если у вас много доменов, здесь их будет больше. Здесь же будут суммарные данные по всем ним. По умолчанию данные отображаются за неделю. Вы можете выбрать любой произвольный период. Синее – это трафик, попавший на Black Page – гуды. Красное – это трафик, попавший на White Page – бэды. Дальше у нас идет небольшая информация о вашем аккаунте. До какого числа он оплачен, версия текущего скрипта и время на сервере. Время на сервере нужно понимать для двух моментов. Первое – понимать, когда у вас закончится период оплаты, либо триального доступа. И второе – понимать, по какому часовому поясу строится данный график. Далее идет более детальная статистика о вашем трафике. Также по всему вашему аккаунту за выбранный период. То есть количество гудов, это те, кто попал на Black Page, те, кто был отсеян по геофильтру, те, кто был отсеян по другим фильтрам, например, по фильтру отложенного запуска, и боты, которые приходили к вам на домен. Также здесь в дальнейшем могут появляться записи Facebook, Яндекс, Google. Это будут боты соответственных рекламных сетей. Все остальные боты будут попадать в секцию бот. Дальше у нас идет таблица со списком доменов. В первом столбце указаны домены. Во втором все неуникальные пользователи за последние 7 дней. Здесь все уникальные пользователи за последние 7 дней. И здесь пользователи, которые попали на Black Page также за 7 дней. Можем перейти на более детальную статистику по непосредственно конкретному домену. Она выглядит почти так же. За исключением того, что здесь данные только по одному конкретному домену. Видно, что здесь два пользователя попали на Black. Также данные по фильтрации трафика. И здесь уже мы видим информацию по последним заходам на Black Page. Время в формате GMT плюс 0, IP-адрес пользователя, который зашел, его браузер, операционная система, устройство и его гео. Данных обычно хватает для анализа. В случае чего можете писать в саппорт. Мы поможем вам разобраться в ситуации и что-нибудь поднастроить, поменять. Самые частые ошибки – это проблемы с неправильным настройком геофильтров, проблемы со стороны партнерских программ с тяжелыми лендингами, либо их домены находятся в различных блоклистах, и у пользователей возникают всякие оповещения, которые не дают им на них переходить. В общем-то, на этом обзор нашей панели статистики новой можно считать законченным. Надеюсь, теперь работа с вашим трафиком и наша система станет более комфортной. Спасибо за внимание.